«Новогоднее чудо» – так называется всероссийская акция Общероссийского народного фронта в Московской области. Региональный штаб УНФ совместно с администрацией городского округа Щелково и благотворительным фондом «Рождественская звезда» провели в Центральном дворце культуры серию рождественских елок. Приглашение на праздничные мероприятия получили мальчишки и девчонки из многодетных, малоимущих семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Более 1000 ребят сегодня придут, получат подарки, получат заряд бодрости и хороших эмоций на весь год. В этом году хоровод вокруг елки с ребятами водили Маша из мультфильма «Маша и медведь», крокодил Гена и Чебурашка и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Любимые персонажи поздравили маленьких жителей с праздниками и пожелали им расти смышленными, а также слушаться родителей. Все вместе пели песни, а также разучивали новые танцевальные движения. Ежегодное мероприятие под эгидой Общероссийского народного фронта каждый раз оставляет у его участников массу впечатлений. Они получают не только сладкий подарок, но и огромное удовольствие от просмотра сказочного рождественского представления. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.